Еще разочек, будет 25 секунд. Тащи! 70. 71. Вставай! Хорошо! Терпи, дыши, дыши! Слушай, ну гиревики такого не должны делать, Ярик. Ты уже напряг всех. В моей спортивной жизни было такое, что я даже пробовал различные запрещенные препараты. Ну, половина твоего веса. Это новый уровень боли. Да ведь есть! Хорошо как! Встань, 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 встань! Делай! Да ну посмотри сюда, Настя, посмотри на меня. Игорь. Ох, до слез довел. Как дела, джентльмены? Сегодня проверим человека, которого я когда-то нашел под пивнухой. Он был счастливый, довольный, теперь он злой и худой. На что он способен, посмотрим, Мишаня. Давай. 32 плюс 2,5. Да дави! Хорошо, хорошо, есть. 3, 2, 1. Раз. Два, локти держи, держи на полу. Три. Давай, давай, Мишань, давай, давай, давай. Четыре, хорошо. Глубже возьми. Глубже, глубже возьми. Тащи, тащи, тащи. Локти. Пять. Полминуты. Локти. Тащи! Глубже возьми, Миша! Сверху захвати, глубже, глубоко! Глубоко встав, руку и тащи, 15 секунд! Давай, 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 давай! 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 24-ка, разгон! Но ей надо сделать много! 3, 2, 1, поехали. Раз. Два. Мишань, до тебя были профессиональные спортсмены. Ты у нас любитель. Тот человек, который, что называется, занимается для себя. И, наверное, зрителей 99,9% именно таких будет, ребят. Поэтому самый основной вопрос, как поднять жопу с дивана, чтобы пойти и добиться результата минус 35 килограмм, как у тебя. Ну, наверное, для меня основной фактор стал это уже здоровье. Когда я весил 135 килограмм, я просто наклонился завязать шнурки и понял, что у меня как-то не очень это выходит. Плюс у меня очень плохая генетика, у меня все в семье толстые, много проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну и я подумал, что я там не хочу к 45 годам от инфаркта умереть, и в общем занялся здоровьем. И больше я занимаюсь, наверное, для себя, чем для достижения каких-либо результатов. Уже полтора года я занимаюсь единоборствами. То есть железо у меня, ну в лучшем случае я занимаюсь железом раз в неделю. Так где-то два раза в месяц я занимаюсь железом. В основном занимаюсь для удовольствия, по кайфу. То есть сегодня у меня, я выспался, сегодня у меня хорошее настроение. Я пришел на тренировку, я потренировался, я доволен. Все, я пошел заниматься своими делами. Ну, стараюсь не меньше трех тренировок в неделю держать. Плюс следить там за своим питанием. Уже, наверное, месяцев 7-8 практически не употребляю алкоголь. Ну, то есть раньше, когда я был толстый, я через день пил пиво. Потом, естественно, я все это забросил. Пил только по праздникам. И последнее время я решил вообще отказаться от алкоголя, от любых препаратов. То есть в моей спортивной жизни было такое, что я даже пробовал различные запрещенные препараты, да пусть будет, Игорь,
Нет, ты же не называл. Да, я это не буду называть. Но я пришел к выводу, что все эти препараты для здоровья со здоровьем не имеют ничего общего. То есть, если вы хотите каких-то достижений серьезных в спорте, если вы выступающий спортсмен, если вы зарабатываете на этом деньги, то да, здесь это имеет место быть. Если вы занимаетесь исключительно для себя и хотите сохранить ваше здоровье на протяжении многих лет, то лучше от всего этого отказаться и даже не думать про это. Ну, что добавить, Игорь? Вопрос такой, у тебя богатый багаж тренировок. Вот что действенное для тебя было? Действенное, самое действенное, ну для чего именно? Как, для чем? Того, чтобы сбросить вес. Для того, чтобы сбросить вес, самое действенное – это питание. Я тренировался каждый день. Я занимался кроссфитом, я бегал, я качался, но после этого приходит еще большее желание сожрать что-нибудь. И в итоге получается, что ты пашешь в зале каждый день, как лошадь, но вес не уходит, а зачастую ты его набираешь. Поэтому, поэтому самое главное – это питание. Ты можешь вообще тренироваться раз в неделю, но если ты будешь держать питание, ты сбросишь вес. Это самое главное, это основное. Ну тогда и рекомендации по питанию. Твой рацион. Вот сейчас твой рацион на день. Ну сейчас мой рацион очень скудный. То есть с утра я могу съесть яичницу там, с одним желтком и 4 белка, потом я ем кашу после тренировки, потом у меня идет рис с нежирным мясом или рыбой в течение дня, ну плюс овощи, такое, немного орехов, ну в принципе все, в основном за счет мяса нежирного. Никаких изысков и то, что готовишь сам, да? Никаких изысков, ну я иногда могу съесть нежирный стейк где-нибудь в заведении. Стейк из вырезки, который не содержит жира, очень мне нравится. А так, никаких изысков, никакой пиццы, пельменей, в общем, ничего. Продолжаю дальше, потому что я нацелен на вес где-то 85 кг в конечном итоге. Желаем удачи. Чё? Дави! 9. 5 секунд! Дави! 50. Время. Это седьмой разик идет. Давай, 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 давай. Чуть ниже, спину ровнее. Терпи, 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 терпи. Встать надо, встать, встать, Мишаня, встать. Давай, 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 давай. Хорошо. Вниз. Хорошо. Нормально, это восьмой, уже восьмой идет. Надо все сделать. Досел. Привстал параллельку. Спину выровняй. Горб выровняй, Миша. Выше, выше, выше. Уже сильно низко. Выше стань. Хорошо. Два разика. Два раза осталось. Давай. Сел, сел. Спину ровно. Сейчас хорошо сидишь. Отлично. Вот так и делай. Да, 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 да. Спину ровненько. Супер. Досел. Привстал параллель. Давай, 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 давай. Мишаня, сделаем, сделаем. Давай, 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 давай. Разогнись. Еще разик. Еще разик. Один. Оп. Стоять, стоять, стоять. Терпеть, терпеть, терпеть. Досел. Параллели встать и закончилось все. Стоять, стоять, стоять. Есть. Ай, хорошо. И оп. Дыши, 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 дыши. 5 секунд. Каждые 5 секунд отбивать. 10 секунд. 15 секунд. 20 секунд. 25. Выровняйся. Выровняйся. 30.
Локти, локти. Хорошо. 40 килограмм. Всего. Так. Оп, легко. Ух ты. 50, чуденько, отработай. Давай, давай, это легко для тебя, давай, давай, это не вес, давай. Не, не тянь. 99,04. А когда ты был жирным, сколько веса было? 135. Охренеть, это всем, кто не может похудеть, мотивация. Так, начинаю, ну вот, дышайте сами, Макс Александрович. Тащи! Хорошо. Правда, не половина веса, а четвертинка. Ну ты красавчик все равно, Мишань. Как твои ощущения после испытания? Фу, отлично, особенно бронзом зашел, очень хорошо. Буду по лестнице боком ходить. Красавчик, все, давай, счастливо.